вторжение. Это ваш личный трейлер грядущих перемен. Самый главный ресурс, что у нас есть. Самое ценное, что у нас есть в жизни, это правильно использованное время. С каждым моментом смерть становится все ближе. Именно в эти моменты ты должен вырываться вперед, вставать после падения, зная, нет ничего хуже, чем жить вторым номером. Неужели вы думаете, что жизнь, которая у нас есть, была дана без запасов сил, чтобы прожить ее? Множество испытаний ждет нас, не дай вычеркнуть себя из игры. Если ты ведешь себя как слабак и думаешь, о, тут генетика мне не позволит или это невозможно, плюс ты опираешься на мнение общества, которое пишет правила для нашего мира, все это сковывает тебя. Сколько можно держать себя за раба, когда ты скажешь «нахер это!» Да пусть ограничивают себя в чем угодно, какого черта это должно касаться меня? Вы должны писать свою личную историю. Хватит слушать всех, что и как делать. Общество сегодня таково, индивидуум говорит, что может сделать что-то, или уже делает, а ему говорят, слушай, ты не сможешь. Хватит трепаться со всеми, давай уже! Нет никакого суперсекрета, тут только тяжелая работа и пот. Знаете, почему так мало людей в зале? Не потому, что тут жарко и дышать нечем, или ночь за окном, вовсе не поэтому. Все потому, что они уже проиграли ментально. Они проиграли до того, как испортилась погода. Обычно происходит наоборот. Погода подталкивает их, чтобы сдаться. Люди сдаются, ребята. Потому что их фокус размыт. Навигатор сломан. Допустим, они начали путь и тут же начинают думать, как много им предстоит. Но никто не смотрит на то, что уже позади. Если ты взглянешь вперед и подумаешь, черт, еще много километров... Но обернись, ведь позади в два раза больше. Твой путь уже не так сложен. Но они никогда не смотрят туда и не понимают, чего им стоило оказаться здесь. Этот подход поможет в бесконечном путешествии. Это сплетение реальности и ментального восприятия, в котором у тебя появляются силы для совершения шага. Если сходить в любое место, где можно найти захоронение, там вы увидите следующее. Надпись, дата рождения, прочерк и год смерти. И то, что ты делаешь в гребаный прочерк, и будет произноситься после твоей смерти над этим камнем. Будут ли слова уважения к твоей личности, скорбь об утрате или твоя история вдохновит кого-то? Время уходит, так позволь своей сущности в любом проявлении, в зале или в жизни, сломить привычный ход событий. Потому что что бы ты ни делал, все будут тебе говорить «нет» и «нет» и «нет». А ты говори «да, да, да, черт возьми, да! Я найду обходной путь этого говна! Ты уперся в проблему, и вот она уже позади тебя!» Я говорю вам «да», потому что знаю силу этого. Жизнь — это «да», ребята. Оправдания рождают ответ «нет». Мы вычеркиваем оправдания, работая до последней капли в зале. Нами движет этот прочерк. Предмет сломан. Время этого говнюка вышло, да и хрен с ним. Что будет после зала? Сила, стойкость, форма. Мы или станем сильнее, или будем прежними. Гони в шею общество, держи грань, превзойди это. Работай с этим, бейся за это. Покончи с этим, гори этим. Этот стиль превращает все мечты в реальность, какую ты хочешь. Это начинается сегодня и продолжается завтра. И никогда больше не закончится. Вот это, блин, второе место. Это не ты. Никогда не воспринимай себя таким ничтожеством. В отличие от этого, ты способен на больше, а это мы отнесем на помойку. Не знаю, что тут сказать, ребята. Я, конечно, оплачу это дерьмо. В следующий раз возьмите что-нибудь, что не выглядит так уныло. Выкинь это нахрен. Серьезно, ребят, все, что я чувствую сейчас, выделяется под... Своего рода терапия. Все это как сеанс трансформации, преобразования в лучшего себя. И что? Что в конце? Что получится? Им уже достаточно, но точно не нам.
Эта позиция, мол, достаточно. Завтра окажется, что этого было мало. Поэтому мы тренируемся до потери сознания. Убиваем трицепс, убиваем бицепс. За что ни возьми, сделай это даже после боли. И вот тогда появится настоящий результат. Вот какого хрена мы здесь делаем? Каждый подход делает твою улыбку шире, ведь ты становишься все ближе и ближе к намеченной цели. А они всегда хотят быть там, но никогда не приходят. Сегодня мы делаем эти шаги, дабы уверить себя, что это сбудется. А если бы это бесконечный глюк в голове, который не дает закончить мысли? Я пришел, и у меня не вышло, это я понимаю. В случае со если, каждую минуту, каждый день твоего бытия ты пытаешься заткнуть внутренний голос, но ты не можешь. Ты не можешь, потому что когда-то были возможности, а сейчас они закрыты. Кто-то делает, а кто-то потом думает, эх, надо было. Не поступай так, мужик. Люди ходят кругами и разговаривают о всяком дерьме, ребят. Просто берешь и делаешь. Вот почему я ненавижу говорить об этом. Все, что было сделано, причем идеально, сделано без слов. Если постоянно говорить об успехе, ребят, ты прибавишь некоторый результат, но настоящие чемпионы молчат. Каждый разговор это как кредит перед жизнью, долги. Чертовы паразиты общества. Не нужны эти толпы для поднятия духа. Достаточно глотка воздуха. И начинается пробуждение сущности. Только они знают истинный стиль жизни, ключевой смысл которого проявлять себя во всем и никогда не болтать о чем-то. Отсюда им глубоко насрать на мнение окружающих. Нам насрать на то, что говорят все. Все, что нас волнует, только погружение в действие. Твое тело слышит все, что говорит твой разум. Возможно, когда-то ты сошел с курса, или относительно чего-то выбрал комфорт, и твое тело запомнило это. Твое тело – приемник сообщений. Ты начинаешь думать, что не сможешь, ведь боль пронизывает тело. Это же невыносимо. Неужели ты думаешь, что твое тело говорит твоему мозгу? Этому боссу всего мира, эй, мужик, мы не справимся. Да ты гонишь, это как делать нехрен и тело. Ну да, ладно, погнали. Твое тело слышит все, что говорит твой разум. Не давай шанса обратной последовательности. Да, это тяжело, это непросто. Но получается то, что ты убеждаешь свою голову, что вся жизнь совсем не пирог. Весь успех, который может быть в твоей жизни, никто не даст тебе его. Ты должен разобраться со своим дерьмом. Понять, ради чего и за что ты сражаешься. Именно тут, сегодня, мы преследуем что-то великое, вместо тех, кто просыпается сейчас. Вот о чем идет речь, об этом жизнь. Ты никогда не будешь повержен физически, пока ты не повержен в своей голове. Кажется, дальше уже некуда, поражение такое сокрушающее. Но ты продолжаешь идти, повторяя в своей голове, что все получится. И в итоге ты стоишь, о боже, вау. Похоже, что я недооценивал себя. Я ограничивал себя зря, возможно, я могу больше, чем вообще думал. То, что происходит в этот момент, это рождение успеха. Твой разум теперь – идеал уверенности. И ты можешь преодолеть все свои ограничения, найти их и ударить по ним. Вырасти из них. Стать сильнее в физическом плане. И получается, что ограничивал тебя лишь твой разум. И это относится не только к залу, но и к каждой затее в твоей жизни и трансформации себя. Зажги огонь в своей голове. Уверенность. Начни расти. Понимаешь? Ты должен найти свой собственный путь. Найди, кто ты есть. То, что ты и есть та ценность, что существует в этом мире. Твоя уверенность, твое восприятие, твоя вера и то, кем ты являешься. Это самая незаменимая, самая главная вещь, что может быть у тебя. Не дом. Ни машина, ни горяченький зад жены, единственная вещь, самая, черт возьми, важная вещь, то, как вы видите себя в зеркале. Каково вам с вашей тенью по жизни? Счастлив ли ты наедине с собой, так ли это?
Ведь эта тень есть то, за что можно гордиться. Когда солнце освещает тебя, и на земле появляешься ты, гордость. Совершенна ли эта форма? Давление создает изменения. Вера отдельно взятого – самый надежный гарант его пути. Его глаза сфокусированы на горизонте. Он не шелохнется от ежедневной стряпни, падения и битв. Жизнь – это преследование прогресса. Потому что в этом есть счастье. Все виды эмоций ты направляешь в какое-либо дело, где у тебя либо получится, либо нет. Да пофиг кто что скажет. Ты один на пути к совершенству. Быстрее тех, кто также нацелен на успех. Что-то взял от других, пошел еще быстрее. Или ты двигаешься, или сидишь. Бросаешь полотенце, начинаешь отдыхать. Ты доволен тем, что есть, не желая попробовать рискнуть двинуться дальше. В битве, где победа это все, что нужно, ты не можешь не восхищаться этим. Это настоящая интрига, реальный азарт. Если ты знаешь, что можешь это. Но ты, сучонок, так напуган перед поражением. Либо ты все делаешь правильно, и это твое. Или жди краха. Нет ничего проще, ребят. Ничего такого в жизни, где было бы так больно и потом возвращалось бы столько гордости. Некоторые вещи причиняют боль и тянутся неделями, месяцами, и в ответ ничего толкового. Но здесь быстрая боль и вечная гордость. Ты способен на это. Нет ничего похожего на это. Этот пот я не могу передать вам, ребят. Преследуйте боль. И все у вас будет, ребят. Люди смотрят на вас, вы лежите в поту, может, кричите, вроде как кричите от боли, подход вас валит с ног. Они смотрят на тебя, такие, как ты в порядке, а ты смеешься, ты улыбаешься. И все это именно здесь, ребят. Ты знаешь, что завтра ты проснешься сильным и вернешься сюда, чтобы продолжить.